Вот у нас вот так с человеком обращаются тоже. Вот человек какой-нибудь один, вот, и вот преступный мир, вот, например, или что-то вот так. И начинают над ним точно так же издеваться, вот как над этим мышонком тогда тоже. Они сперва так и так, а один человек потом начинает вот пинать, по-всякому издеваться над этим человеком. А человек это тоже как бы беззащитный. И вот эта вся шобла такая, у них сыты, они пьяны, им лишь бы повеселиться. Вот это адреналин у них такой выбивают, и вот и человека так же издеваются над ним. Ты человек, будь, вот сколько вот таких людей сгубили, многих людей таких сгубили. Очень вот так. Зачем вот это, откуда вот эта злость, вот все происходит туда, откуда она все? Вы скажете, кто-то там ее воспитывает. Нет, не надо вот это, эта злость, она везде, всюду, она в природе. Я рассказал, как вот бычок. Это просто жрать люди хотят. Вот друг друга должен кто-то кого-то съесть, представляете? И вот это все это пожирает. Что с людьми, что с этим. Вот так. Это вот бандиты тоже так же, как бы с бычонком поиграют. Вот кошка всегда вот мышку поймает, а как она сперва? Она садистка, играет с ней, играет, а потом и все. А потом проглотила, съела, и такая довольна, счастлива, лизится, облизывает. Ой, она там, эта мышка у нее в животе урчит, такая, она такая довольна. И ищет потом этот кот или кошка где-нибудь тепленькое место, и уляжется так, свернется клубочком, и вот так этот хвостиком себя закроет, накроет, и лежит такая. Ей сны такие снятся, вот этой кошке или кошечке, там, ну, какой-нибудь коту, вокруг этот, там, рыбки такие, такие птички, и вот ей снятся трепещущие, во рту трепещет, там, например, птичка такая, она еще пищит, а когда пищит или трещит это вот, или шевелится, вот это кошке это очень нравится, она как бы массаж этой мордочки ему делает. И вот эта кишка, вот это, вот такие они так все, вот эти садисты, да, вот так, садисты натуральные все, да, и садист человек, и это природа. Так что не обижайтесь, люди, кого-то вас, если убьют, или ногу оторвут, или еще что-то сделают. Это природа. Так что не обижайтесь никого. И не надо на этого человека злиться, что он с вами сделал. Не надо, просто его запрятать, упрятать, подлечить его, может, что-то ему дать, и все.